Всем привет, с вами Моня и всем ня! В общем, ребята, у нас тут все выворотили. Сейчас я вам покажу, что у нас происходило те ночи, которые вы здесь не были. Это ужас, ребята, вы посмотрите, здесь все просто подчистую. Кстати, кое-кто кое-что начал строить, итак, поздоровайтесь. Всем привет, ребятки, доброго времени суток, с вами снова генерал Владимир Моня и Владимир Моня. Моня Владимир и Владимир Моня. Да, в Руслан, общем. да. Всем привет. Ух, ё-моё. Кстати, смотрите, у нас тут бешеный олень на крышу залез. Да, вон он. Чей это? Пасётся. Точняк, у Тут нас же тут. Тифайна нет. Ну да, печально, кстати. Я хочу показать ребяткам, поскольку я нахожусь на верхнем этаже, вот эту вот Подождите, подождите, извините, пауза. паузу. А, пауза? Хорошо. Итак, ребята, мы продолжаем. Были небольшие технические Да, неполадки. были неполадки в том, что у меня полквартиры просто пробки выбило. Главное, половина квартиры выбила, а у другой половины не выбила, так Да, и что все повезло то, что нормально. это именно мою комнату не тронуло. Руслан, у тебя, наверное, та же фигня, что и у меня. А, Какая? идиоты электрики, понимаешь, существует такая проблема. Пусть ребята реально именно электрики балбесы полные. У меня, например, была такая тема, печи подключаются отдельно. И, короче, мою комнату, все розетки и освещение в моей комнате были подключены на выделенную печную линию. То есть счетчик выключаешь, не выключаешь, даже общий, если, понимаешь, продолжает все работать. Вот, а мы... У нас был момент, когда мы делали ремонт, мы как бы счетчик выключили, что, ну, все же выключено, да? Ну и как бы нормально. Что самое удивительное, никого не долбануло. Так, Хотя что я потом нахожу? оказалось, что свет-то был включен. Ого. Представляете, какая фигня? То есть вот такие Так, вот что балбесы. я вылез Чё ты? Ой, уже вечер. Из шахты. О, уже вечер, и уже... Ладно, я полез на балкон. Так, ну, Так. уже вечер, а Это я пока что обдутанный я. сделаю небольшой Какой нет? мостик. Ребят, я чуть позже крафт покажу. Вот там хотел Ctrl сейчас нажать, чтобы приблизить. А, ну, Define. нормально. Вот Ой-ой, в здесь. домике дырка, вот здесь вот надо заколупать. Блин, я А, Ctrl здесь-то? нажимаю, Ctrl нажимаю и сажусь. А, погоди, ты этим камнем колупаешь, или в смысле, или это земля? Землей поставил просто А, пока что. ну да, пока землей нормально Так, будет сейчас я на поднимаюсь самом тут. деле. Ой-ой-ой, фу-фу-фу, какая кривуля получилась. Ой-ой-ой, Слушай, они прям слушай. риснулись. Прям Они рядом прямо. со мной. Да, тут их много, они прямо из воздуха, как будто. Но они Погоди. зареспались, да? Ой, блин. Слушай, я, короче, Мне надо. понял, землей не вариант ставить. Землей, да, не вариант. Я, короче. Так. Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй! Вали, вали отседа! Слушай, а взгляд у него Спасайся, нормальный вроде спасайся. как. Я не Алена. знаю, как. Ай! Они полезли! Они просто килограммами уже лезут. Да, Божечки ты там не мой! так много. Блин. Если бы там колья были хотя бы. А там кольев-то Да нету! елки-палки, их реально Ух вообще капец. Дофига Они прямо так. из воздуха взялись, это О, вообще это. патроны, патроны, патроны. Тут из зомбика патроны вылезли. Так. М-м-м, так, короче, я их отвлекаю, Алена. Ух, не, я уже забралась, все нормально. Так, так, так. Добрались, если что, я сверху прикрываю. Божечки, божечки ты мой. Я, Я, короче... короче, вот этот вот. Погоди, а ты где находишься? Ты, Да, надеюсь, я не внизу. снаружи? Я снаружи, не волнуйся, я сейчас... Меня тут сейчас по-шустрому, все. Ай! Меня Тут. уже... Ты прикинь, тут чувак, короче, только-только раскромсал блок, и я ставлю новый. Это В прекрасно. общем, Так. пока мы за кадром тут готовились к съемкам, я очень хорошо накопал шахты. Как их Сейчас буду много! делать. Божечки, божечки ты мой! Так, а я тем временем. Алена, ты где? Да я, короче, не смогу, мне придется отбивать первый этаж. Руслан. Там они на первом этаже? Да, там уже началось вообще полный апокалипсис. Руся, смотри, смотри, видишь, вот тут вот ящики Нет, стоят. он не перезарядился! Что делать, божечки, божечки, божечки? Р. Так, где ты так стоишь? Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Ай. Ай. Так. Все. Чё-чё? Минус. Ой, как Минус. много. Один вообще в двери стоит, нифига не делает. Так. Мне нужна трава.
Алена, они побежали, они побежали! Все, я сейчас разберусь с этой темой. Сейчас погоди! На меня ползет вообще килограмм людей! И они... Короче, знаете, что я сделаю? Я, короче, перекладываю все в верхний инвентарь. Ты где? И подыхаю. Где? Не, все. Они забрались на первый этаж, короче, ребят. Прорвались? Да, прорвались. Я, короче, выкинула все из инвентаря. И все, надо так. Будет закладывать камнем, короче. Где? А они просто увидели, что я там прошла, и, короче, все, и начали долбать. Где-то шмель. Ух, нет. Шмель вот здесь вот. Тут так, еще шмель, ребят, да, давайте соберемся тогда на верхнем этаже. Сейчас я найду шмеля, где он тут плавает. Я уже занимаюсь. Хорошо. Так. Ребята, кто смотрит серию, я имею в виду наши дорогие зрители, у нас тут теперь диван есть. Тут стоит котел, который коптит, как наркоманская система. Здесь у нас растет... Паина власти. Молодец, молодец. До моего счета ты пока что не дошел. Я не знаю, вы видели счет? Я нахожусь на втором месте даже, несмотря на то, что я сейчас умерла. А почему player name у Руслана как-то странно, Руслан, отображается? Но у тебя player name, и ты по нулям отображаешься. Ой-ой-ой, зачем я залезла на этот этаж? Они сейчас, наверное, будут ковырять. Короче, ребята, смотрите, у нас наверху стоят ящики, 9 штук. Верхние это питье, средние это еда. Тут как бы все распределено. Ой-ой-ой-ой, сейчас лаги будут жуткие. Да, выкинули власти. Смотри, в чем прикол. Смотри, Руслан, ты есть в списке? Таб нажми. Да. Ты как Найтрава отображаешься? Да. Странно, у меня ты отображаешься как player name, и у тебя счет весь по нулям. Я себя убил. Вот, короче, смотри, вот в этих... Зато у тебя есть один килл человеческий. В нижнем левом сундуке там лежат инструменты. В среднем, ну, пока что остальные, короче, пока что не продуманы. Ты, кстати, Влад, больше всех умирал. Ребята, отойдите от кровати, я пытаюсь сюда попасть. Алена. А ты что, не это? Алена. Я в соседнем доме. Как тебе не стыдно, а? Ну как тебе не стыдно? Ну я не Влад. Фу ты, божечки ты мои, извините, пожалуйста, я уже все. А кто Влад у меня знакомый? Влад у тебя, ну, Зиолот, наверное, не знаю. Ну да, наверное, Зиолот, вот с ним как раз и путануло, молясь. Бывает, ребят, ничего страшного, я думаю. Ты, по-моему, стрельнул в этот, да? Блин, стол помешал, или голова, Алена? Я боюсь лезть, надо будет сейчас нам с вами потом расчищать первый этаж, потому что там жуть. Слушай, там Руслан жуть. Внизу на первом этаже. Руся, смотри, он умер. Руся, смотри, какая тема. Ты, короче, на балконе все стоим, да, толпой. Они все скапливаются под балконом, потом один кто-то прыгает, кидает власть под балкон и просто тридцатку сразу сбивает зомбей. Руслан, ты тут? Да. Ты что-то замолчал? Так, я пытаюсь понять, где у меня лежит травка. Я так и поняла. А оно... А, у нас тут работает? Ящик. Что сработает? Все сработает. Ой, а ты на этом, что ли, на балкончике? Да, он на балконе. Я так. Вижу, я просто... А ты спрыгнул с балкона, что ли, сейчас? Нет, я на твою лестничку. Так я же на твоей лестничке стою, да ты чё? Не, я не про то. Я Руслану, просто он слил так много. Я имею в виду, ты спрыгнул с балкона, что ли, скинул нет, эту штуку? Нет, он на балконе. Я на балконе стою. А, он смотри, всё сейчас будет интересно. Балконе. Нет, не будет. Но зато я полутаю зомбиков. Пистолет. А чё, все уже утро? А нет, еще не нет, утро. Нет, далеко не утро просто. Они идут. О, еда. Огрик, еда. Ладно. Так, у меня заряжено. Да, немножко противно. Кто это там говорил, что Моня смотрит на зомбика, говорит, о, еда. Не знаю. Тут еще, понимаешь, этот самый пистолетов я вообще набрал, столько пистолетов. Да, а дробовики есть? Дробовики, а у нас есть, смотри, 9 сундуков, видишь, в доме. У нас там нету дробовиков, наверху. Ни одного. Там есть обязательно, нету. Хотя бы один. Нету, один как у ты... меня.
Ну, их, кстати, их можно крафтить. Какой-то неизвестный блок выпадает, короче, со спальника, по-моему, при определенных условиях. Я уже хотела стрелять. И можно сейчас, крафтить. Я думаю, будет еще одна волна в 5 утра, ребят. Я пошел, короче, вниз. Посмотрите, на первом этаже кто-нибудь остался? На первом этаже я никого не вижу. Я пошел вниз, Руслан, у меня есть сено. Вот, и ты установил уже. А что там? Я уже лестницу сделал. Ты уже установил лесенку? Так, а как-то ты... Ох ты, ёлы, ты прям тоннель какой проколупал. А вот это, получается, место, где ты ТНТ бахнул, да? Да. Там очень много людей было. Я кулаком камень ломаю. Там целый бах был. Да что ж я никак не попаду-то? Что там было? Погоди, Руслан, что? Целый бах. Целый бах? Бах, Моцарт. Прочь. Я вот хочу дальше по дороге. Ой-ой-ой. Я хочу дальше там по дороге вот так вот. А, так, ты получается под дорогой. Пауза. Ребят, пошла. А, пауза. 3, 2, 1. Итак, ребята, мы продолжаем. Там пошла уже не знаю, какая по счету волна. Это жуть. Это просто реально жуть. Алена, ты спускайся вниз. Зачем ты тропинку? На самый низ? А, погоди, ты построил тропинку висящую, что ли? Да, я вот эту тропинку сделал. А. Где? В самый низ спускайся в шахту. На первый этаж. Я уже, наверное, не заберусь на первый этаж, честно говоря, о птичках. Хотя, может, еще заберусь сейчас. А ты где? Я блок поставлю. Я показываю нашим зрителям крафтинг-то. Так, я думаю, надо власть взорвать тут внизу, потому что тут ужас, да, ребята. А, погоди. Так у меня нет власти. У тебя нету. Я сейчас к тебе приду, у меня их 24. А, нет, у меня живые. Есть одна власть. Только это самое, как ее взорвать? Правой кнопкой мыши? Правой зажигаешь, левой бросаешь. Что, Руслан? Блин, у меня этих нету, как его? Кирки? Травы нету. Травы нету? А у меня тоже травы нету с собой. Только кукуруза. Так. Вот. Правой зажигать, левой бросать? Да, бросай и отбегай. Ну, это уже как получится. Ну, просто не хотелось бы потом собирать тебя. Ну, я уже все равно уже выложил все из инвентаря. Хей! Кто? А, ну, они были на первом этаже. Ну, я и говорила, что там. Ребят, пауза. Вот так! Пауза. Ну, косточка. Так, ребятки, мы вернулись, да. Я просто задумалась, косточка. Ай! И тут пчелка. Короче, за мной, ребят, гонится фиговая туча. Их реально там очень много. Ой, я и олень. Я не знаю. И по голове их олень. И олень. Так, о, девушка. Девушка. Так, я боюсь поворачиваться. Ну, надо... Ах, так, а вы что, всех, кто был на первом этаже, убили? Ну, Да. Нет! Вы меня обманули! Божечки ты мой, боже! Там знаешь, сколько их? Кого, там где? Их нереально много! Ребята, 17-й день, это уже жуть! Блин, а как мне домой-то вернуться? Где, а где ты? Тут еще и олень! Короче, я, наверное, помру, ребята. А ты где? А как выходить-то нам, ребят? А так, шутишь, что ли? Так... Твой тут осталось, что ли? Ну-ка. Где мой дробаш? Оля! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, что-то их... Нифига! Их больше. В голову. Вот. Не умею я целиться в голову, короче. Спасибо, у меня как раз патроны кончились. Может, подхиляться? Я там не знаю, мне. Как-нибудь. Может быть. Как хиляться? Вот у меня есть какие-то таблеточки. Да, правой кнопочкой. Помогут мне? Таблеточки? Да, много что не восстанавливают. В кавычках. Да. Ну ладно, не суть важна. Ну да, чуть-чуть есть. Вот. Блин, мне перезаряжаться надо. Еще. Его много. Так. Она к тебе идет, Сзади. Какие живучие. Так, смотри. Да, действительно, я говорю, они уже этот день. Надо как-то обустраивать, ребята. Смотри, давай обратно в этот залазим.
Куда? В дом. В дом? Ты уже здесь кирпичи ломаешь? Да, потому что они все равно не целые, они их сломают быстро, и поэтому лучше их сломать самому. Ну, понятно, и да. И таким образом заставить. Так, ну что, смотри, давай тогда смотри, мне... Смотри, пошли в шахту. Пошли, пошли, пошли. В шахту? А ты мне дашь кирку? Я тебе кирку... Кстати, сколько мы времени снимаем? Ну, у нас еще минут Ой, задела здесь есть, точно. Где? Ой, а здесь можно? Да-да-да. Вон там дырка. Вот дырка, и здесь, можно вот эту здесь трубку упасть. Можно, да. И мне кажется, вот здесь вот дырка. А, нет. Ну ладно тогда. Пошли вниз. Здесь можно подсветить. А где у нас Руслан просто? А, это твой ник был. Нормально. Ну как тебе тут? Мне надо просто много взрывчатки. Хорошо, я смотрю, вы здесь с взрывчаткой поработали. Ну, ты, да. Как понять, вы, это все Руслан. Ты просто да, это так все Руслан. Так. Я залагала? Дай мне... Кирочку. Я тоже хочу. Одну секунду, мне нужно найти железо, потому что... У меня тоже железа нет, но у меня есть палочки. О, слушай, они прям ко мне сюда копали. У нас просто железа нету. И... Я могу дать? Да не-не-не, мы тут внизу. Ой! Это Руслан бабахает Слушай, наверху. Ты бабахаешь там наверху, а у нас свет просвечивается даже тут внизу. Так, а Руся тогда про это и говорил, что мы взрываем, прям ему видно у него прям над головой. Смотри, это уголь опять идет. Такой черный? Да. Ну, думаю, что да. А что-нибудь из него делается? А, не знаю, не помню. Так, я сделал нитраты. У меня камень есть. Мне нужно железо, тогда я смогу быстро сделать еще одну кирку. Вот, тебе ее дать. Вам дать? Да не надо, мы сейчас на колбу. Мы же в шахте, Руслан. Мы же в шахте, мы сейчас сами себе на колбу. У меня уже кто-то готовое уголь. Просто много кто-то уже. Так. Вот железо. Ну да, это должно. Должно быть железо. Тут просто есть еще один металл, лид ор. Так, и железо. Из него делаются патроны из лиды. Это... Иди! Так, это был уголь. У тебя что, железо? Да. Давай. Я хочу сделать. Так, давай. Вот у меня железные слитки. Сколько нужно палочек? Палочки по диагонали выкладываешь. Раз, два, три. Ну, наверное, три. Вот. И сверху и справа слитки. Все сделала. Юпи! Так. Ёмничка. Что лучше сделать? ТНТ или пласт? А что больше по взрыву? ТНТ взрывает шахту. Ну реально. Хорошо бахает. Я вот как раз шахтой и копаю ей. Она же взрывает 9 блоков. Да. Слушай, ну сделай, наверное, тогда... А у нас здесь обвала не будет? Нет, не будет. Комнату можно довольно широко ставить у камня, по-моему. О, заодно покажем, как взрывать. Да-да-да. Давай, тащи сюда. Да. Потом где-нибудь в следующей серии вход? Покажем крафт. Ну, от моего лица и от Алёниного. Так, что у нас получается? Она взрывает... Погоди, это он все вот это вот да-да-да. Вручную? Он вот это вот все с помощью ТНТ. Я говорю, вручную, ты говоришь, да-да-да. Смотри, ты, получается, вот я сейчас подхожу. Иди сюда. Погоди, пару секунд. Так, а куда делся кубик? Куда делся кубик? А они иногда застревают в гранях. А, так, сейчас я поставлю, чтобы было нагляднее. А у меня такой штучки нету. Надо свету. Свету мне не хватать. Вот это тоже. Ну ты вообще. Смотри. Получается, вот туда вот, видишь? Вот туда. На расстояние двух блоков ты засовываешь ТНТ. Потом взрываешь его. Вот подойди сюда. Кстати, вон железо. Да-да-да, просто подойди, не ставь факел. Вот туда вот. О, давай ставь ТНТ как раз туда, Руслан. Сейчас я покажу этот код. Да-да-да. Ну, я покажу, наверное, в следующей серии как-нибудь. Как-нибудь в следующей серии когда-нибудь, может быть, покажу. Иди. А может что, да? А вот и второй металл. Он беленький. Это не металл. Это... Это порошочек, из которого порох делается. Тогда я печальку пустила. Почему? Все очень круто. Так, отходите. Так, порох, это офигенно. Смотри, вот туда ставишь ТНТ, отходим.
А давайте Алене дадим возможность подбабахнуть его. А как? Смотри, берешь пистолет на пистолет, я тебе выкинул под тебя. Вот. Лучше он прям под тобой лежит. Вот, лучше отойди подальше и стреляй в него. Еще разочек. Еще раз. Видишь, как круто? Уй-яй! И сколько камня! Окей, и камень. Мы можем быстро перемещаться. Да, под землей очень быстрые перемещения. Причем, что мне нравится здесь, если несколько человек один блок копают, он копается очень быстро. Руся, твой выход. В смысле? Ну, TNT. Погодите, я сейчас железку подбираю. Вот, все. То. Мне вообще очень вот эта тема нравится. И у нас остается... Каданчик можно докопать до какой-нибудь местности. У нас вообще время, ребятки, заканчивается уже. Ага, мы копаем в сторону города. Мы копаем под дорогой. Не в сторону города, но под дорогой до домиков. Нет, ты открой карту, может. Ребят, время. Да, спасибо, что вы это смотрели. Подписывайтесь, давай взорви последнее. Давай. Я взорву. Давай. Спасибо всем, что это смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока, ребятки.